Традиция студенческих научных конференций в САФУ очень сильна. Несмотря на то, что все они берут начало еще со времен ПГУ и АГТУ, их порядковые номера стали отсчитываться заново, с момента создания Федерального университета. Отличный тому пример – конференция, организованная в конце марта юридическим институтом университета. Наша конференция называется «Право условий глобализации». В разной нумерации были, в разном формате проводилась. Но с прошлого года мы ее сделали всероссийской. В этом году среди докладчиков – представители Казани, Дагестана, Хакасии. Всего для работы в конференции заявило 70 участников. Но наибольшую активность, конечно, проявили студенты, магистранты и аспиранты САФУ. Я считаю, что учеба в Северном Арктическом федеральном университете предполагает собой не только посещение занятий и лекций, но также участие и в научных конференциях, проявление себя и заимствование каких-то знаний от других лиц. Углубиться в изучение конкретной темы и перенять опыт коллег. Такова цель докладчиков. Для этого студентов распределили по секциям. Их названия соответствуют кафедрам юридического университета и напрямую не отсылают к тематике конференции. Так или иначе, косвенно всегда докладчики затрагивают, учитывая тематику конференции, затрагивают вопросы глобализации, вопросы изменения права в современных условиях, воздействия внешней среды, да, на государственную систему, на систему законодательства и так далее. Помимо работы секций запланированы пленарные заседания и видеоконференция на тему «Российская судебная власть. История. Современность. Перспективы». Завершится конференция вручением сертификатов участников и награждением лучших докладчиков. Таисия Машкова, Петр Меньшиков, Артем Юдин, медиацентр САФУ «Арктический мост».